Советским героям-пограничникам и их служебным собакам, отдавшим свои жизни под Легедзино и в других сражениях Великой Отечественной войны, посвящается. Руслан Николаев. Да. Отдыхаешь? Да. Так, не жарко? Нет. Как собачка? Хорошая собака. Охотничья будет? Учится хорошо. А тебе объясняли, что собака не должна доверять постороннему? Да. Принимать пищу из чужих рук. Объясняли? Кстати. Егорыч! Забрать собаку у Николаева и передать другому курсанту.
Рядом. Два наряда. Товарищ капитан. Ну что, давай! Да подожди! Подожди! Догоняй! Давай, рисуйся! Пойдем! Давай, иди сюда! Все будет хорошо. Хватит на себя, на стороны. Давай, 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 давай. Качай ее, качай, качай, качай. Сильнее раскачивай. Вот. Дай, дай. Другой рукой на нее замахнись. Перехватил ее на себя. Да. Вот. Вот. Дави, дави. Все, дай, 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 дай. Все понятно. Все. Работайте, потом поменяйтесь. Егорыч, хватит курить! Ты травишь роженицу. Я все чую. Раскомандовалась. И слышу. Давай, 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 миленькая, давай. Давай, давай, давай. Егорыч, третий пошел! Четвертый час разродиться не может. А все хорошо будет. Тройняшки!
Иван Матвеевич, здравствуйте. Смотри, какая прелесть. Здравствуй, Глаша. Милушка. Да. Хорошая какая. Такая. Поздравляю, отец. Вот так-то, брат. Я тебе сделал новую штучку. На ручку. Узелок. Вот. Пойдем, надо найти машину. Пойдем. И... Раз. Так. Чемодан. Бери. Пацаны местные из лесу притащили немецкий парашют. Мы пошли осматривать. На реке нашли два трупа. Парень с девушкой, с ножевыми. Диверсия. Да, больше некому. Ты из военных тут самый ближайший, вот к тебе примчался. Собаку с проводником дам. Ты бойцов давай. Бойцов, Боря, я неделю назад отправил в части. А их дети. Ты комедию мне не ломай. Ты что хочешь, чтобы диверсанты ушли? Тут трибуналом попахивает. Ты смотри, какой смелый, а. Ну, с нами пойдешь. Угу. Так, один, еще три пацаны унесли, да? Значит, их четверо приземлилось. Вторая группа за неделю. Передовой пахнет. Вот возьмем их и спросим нежно, чего им надо. Возьмем, да, если получится. А чего ж не получится? Получится. Собака след возьмет, а парни твои их окружат. Слушай, ну что ты с ними цацкаешься? Они бойцы. Бойцы рабочей крестьянской армии. Щенки они еще не бойцы. Поднимай. Бойцы, в колонну подвое. Бегом! Рядом. 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 След ищи. Ищи. Стой.
командира отделения ко мне. Значит так. На открытую местность не выходить, бой без приказа не вступать. Передвигаться скрытно. И смотрите друг дружку, не перестреляйте. Исполнять? Я врач-хирург, отойдите, отойдите, отойдите все! Уберите его! Вань, 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 это врач, Вань. Ваня. Сквозняк. До больницы не доедет. Быстро дочку мы забрали. Скажи, как там моя подопечная? Павлова? Да. Кира Андреевна. Пока не появлялась. Может быть, вам не доложили? Чтобы ее взяли ко мне на работу, а я не знал? Ха, такого не может быть. Она сегодня утром должна была приехать. Ну, возможно, не приехала. Я уверен. Что приехала? Ну, подождем. Ну, подождите. Подождите. Давайте я ее на кампус покормлю, да? Пусть, пусть поедет. Не надо, что надо смотреть, проводить. Все, стол, быстро! Иди ты, Ковалев. Вадим. Нельзя! Быстро! Пошли!
Вам здесь нельзя. Уходите. А почему у вас собачки в углу лежат? Это мамочка наша с детишками. Убрать? Нельзя никак, только утром ощенилась. Вы хотите, чтобы я оперировала человека в ветлечебнице, в собачьей больничке? А что такого? У нас тут все стерильное. И в соседнем кабинете приемное. Если кто-то серьезно заболеет, мы сразу в госпиталь, а так операционная только здесь. Очень хорошо. А спирт? Вы же не будете есть из одной миски с собакой, даже если она стерильная? А? Буду. Зажим. А они у вас здесь все живут? Они у нас здесь учатся, как в настоящих школах. Потом на границу отправляются служить. Как Джульбарс из кино? А, как Джульбарс. Смотрела? Да. Да 100 раз, наверное. Мое любимое кино. Погладить хочешь? Ну, смелей. О, а вон и мама. Лиза, выходи. Давай-ка, выходи, моя хорошая. Как прошла операция? Друг. Мы вместе служили на границе. Потом воевали на Холхендоле. Вам правду сказать или наврать? Ему в больницу надо под наблюдение врача. Состояние тяжелое. Надо ждать. А вы не могли бы остаться на несколько дней? Я вам с дочкой комнату выделю, на довольствие поставлю. У Глаши мало опыта, она не справится. У вас пылинка здесь. Извините. Я не могу, у меня предписание в местной больнице. Пару дней подождут, ничего не случится. Хорошо. Шевцов? Кира Андреевна, собак своих держите подальше. Идем. А летом там так тепло было, прям солнышко яркое и хорошо так. Вот, папа мой фельдшером служил. Я ему с детства помогала. Не знаю, наверное, тогда привился интерес к медицине. Потом в 17 лет закончила годичные ветеринарные курсы. И вот уже как здесь. Надо пойти вашего Егорыча проверить.
Ты что, не понимаешь, что это опасно? Мам, тут нет ничего опасного. Они же дрессированы. Я запрещаю тебе подходить к собакам. Они тебя искусают, и я тебя буду зашивать. Вот такой большой голый. Ма, почему они не должны искусать? Потому что они собаки. И от них никогда не знаешь, чего ожидать. Ну, это вы скорее людей описываете. Псину свою уберите из палаты. Герц! Если залез, то хоть спрятался, да? Иван Матвеевич, разрешите доложить? Там, я в подсобку пошел, как обычно. А потом я дверь открыл, товарищ капитан. Колбасу уничтожили прямо на месте. Это животное. Угу. Енот? Собак накормишь. Только попробуй еще раз. Залезь к нему в вольеру, знаешь. Это моя собака. Она у меня добрая. Она меня не укусит. Понял меня? Зато я злой. Опять деретесь? Никак нет никакой драки. Иван Матвеевич, он кормит мою собаку. Носит с кухни ей. Это моя собака, Иван Матвеевич. Яша прав. Это его собака. Была кругом. Плохо кормит. Дикарь. Борисов, ты, наверное, во время боя отвлекся, глаза закрыл и не заметил. Иван Матвеевич. Секунду. Что курсант Николаев бегущему диверсанту со 100 метров попал в глаз, как белке. Поэтому еще раз я услышу про дикаря. Неделю нарядов, понял? Да, что вы хотели? Курсант серьезный травм. Его нужно определить в стационарное лечение. Опять. Буян сорвался. Глаз, ты закончила? Да. Иди-ка в казарму. Вам здесь нужен стационар. А давайте. Глаз, записывай. Всякого покусанного курсанта определить покусанного. Ого. Угу. Определить на стационарное лечение с выделением персональной палаты и освобождением от тренировок. Потом медучилище откроем.
институт. А это бесчеловечно. Будут последствия. Всего доброго. Скорее бы ваш Егорыч на поправку пошел. Да на такие мелочи они даже внимания не обращают. Нет, я понимаю, собаки. А как ему доверили людей? Иван Матвеевич замечательный человек. И очень хороший командир. Зря вы так. Глаша. Желание смотреть, желание касаться. Ты влюбилась? Нет. Пять минут. Павел Сергеевич. Где Кира Андреевна? Ее искали, ее нигде нет. У меня, как у главврача области, вся информация на руках. Не можем найти. Плохо искали. Все больницы проверили. Такой нигде не трудоустраивалась. Мы обзвонили все, что можно. В 28-й, куда она приписана, тоже не появлялась. Войдите! Иван Матвеевич! Одну минуту. Я хотела вам сказать, что ваш больной, он идет на поправку. Отпустите меня, пожалуйста, в местную больницу. Я должна предупредить, что скоро выйду на работу. Я еду в город, могу вас взять с собой. Спасибо, спасибо. Читайте. Нет, не читаю. Это здесь было все. Я пойду. Пять минут. Хорошо.
Здравствуйте, можно? Простите, я очень устал после операции. Все вопросы, пожалуйста, к лечащему врачу. У вас здесь кто-то лежит? Нет, у меня здесь никто не лежит. А, да, если хотите покласть... Положите. Ну да, если хотите положить кого-нибудь из родственников, то обращайтесь к моему заместителю. Нет, я не хочу никого класть. Послушайте, вы что, издеваетесь? Ну почему вы считаете, что я издеваюсь? Вот у меня направление к вам. Я задержался на несколько дней. Mm. Mm-hmm. Бурмистрова. Павлова. Павлова? Да. Ха-ха. Так куда ж вы делись? Павлова. Присаживайтесь. Ну что ж вы, Павлова, куда же вы подевались? Мы же всю область на ноги поставили. Поляков день и ночь трясет. Поляков? Ну да. Поляков Павел Сергеевич, заведующий отделом обкома партии. Ну, хорошо, хорошо. Поляков Павел. Да, Павел Сергеевич, он вас Советов. Направил сюда, а вы не знаете своего благодетеля. Да, он человек скромный. Скромный. Значит так, мы для вас уже все приготовили. Вы, пожалуйста, осваивайтесь. Все условия, отдельные палаты, есть комната матери ребенка, угу. Горячая вода и, в общем, все что угу. надо. Значит, отдыхайте, угу. набирайтесь сил. И как только будете готовы, выходите на работу. Я не буду у вас работать. А как? Павел Сергеевич. Дальше не волнуйся. Не знаю. Можете пока у нас в школе остаться. Глаша какого-нибудь опыта наберется. Решайте. Спасибо. Я подумаю. Я могу быть резким. Извините. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пойдем спать. Наш папа какой был? Как дядя Ваня? Нет. Совсем другой. Жалко.
А тебя чего они нас бы не бросил? Твой папа тебя не бросил. У него просто очень много работы. Спи. Поправится твой хозяин. Удивительная преданность. Это ж собака. В них много чего удивительного. Вот мы иногда называем друг друга собаками. А зря. Собак никогда не предаст. Врать не умеет. Зато кусается. Нет. Собак никогда не укусит. Зря. А вот иной человек так куснет. Потом всю жизнь болеть Там и лоси, и кабаны, и волки вот. А может, вам померещилось? Ну, показалось. Померещилось, показалось, ну, возможно. Ты пейте чай, это Зеленцов принес, он хороший. Глаш, ты не говори об этом никому, ладно? Конечно. Если Иван Матвеевич узнает, то значит, он сделает. Товарищ капитан, я вас везде ищу. Опять. Что случилось? Пойдемте, пойдемте посмотрите. Опять. Ha ha ha.
Товарищ командир, как? Вот как? Колбасу опять все поим. В окно мог залезть. Яшу зовем. Яшу позови! Ловкий, зараза. Ловкий? Ловкий! Ни одна собака на него не отреагировала! Как он мог сюда залезть? Ни одна сука не залаяла! Опять все пересчитывать с самого начала! Есть? Волка ловить будешь. Шкуру отдашь? Я тебе медаль дам за спасение колбасы. Ты че, тут? Э? Здесь ходить не надо. Волка поймаю, будешь ходить. Пол меня. Головой беда, Якут. Товарищ капитан! Товарищ капитан! Я волка поймал! Я волка поймал! Просыпайтесь! Иван Матвеевич! Яша, ты чего шумишь? Я волка поймал! Он там, на балконе! Просыпайтесь! Идите за мной! Пойдемте!